Доброе утро, друзья! 22 октября 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют Международный день заикающихся людей, День финансово-экономической службы Вооруженных сил России, Литературный праздник «Белые журавли», День вомбата в Австралии, Яков дровопилец в народном календаре. В деревнях в это время начиналась пора заготовки дров на зиму. Знаменательное событие. 1842 год. Ювелир Густав Фаберже открыл в Санкт-Петербурге ювелирную мастерскую. В 1895 году крушение на вокзале Монпарнас, одно из самых известных в истории. В 1938 году изобретатель Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию. 1980. Папа Римский отменил вердикт 1633 года, осуждающий Галилея. 1990 год. Городу Горькому было возвращено его историческое название – Нижний Новгород. Родились в этот день, 1811 год, Ференц Лист, венгерский музыкант-композитор. В 1870 родился Иван Бунин, русский писатель, Нобелевский лауреат. В 1929 году Лев Яшин, советский футболист, вратарь, тренер, олимпийский чемпион. 1938 родился Кристофер Ллойд, американский актер, обладатель трех премий Эмми. 1943 год. Катрин Денёв, французская актриса, звезда мирового кинематографа. В 1952 родился Джефф Голдблум, американский киноактер. В 1966 году Татьяна Овсиенко, эстрадная певица, заслуженная артистка России. Этот день по лунному календарю. Сегодня до 23 часов 45 минут по московскому времени 24-й лунный день. Очень мощный день. В эти лунные сутки пробуждаются силы природы, благоприятствующие созиданию, а в человеке пробуждается сила. В этот день хорошо закладывать фундамент новых больших дел. В Древнем Египте именно в этот день проводили закладку пирамид. Хорошо начинать осуществление глобальных долгосрочных проектов. Но злоупотреблять пробудившимися силами не надо, они могут обернуться во зло. После 23 часов 45 минут 25-е лунные сутки – день пассивности, и провести его желательно в покое и одиночестве. Не надо начинать ничего нового, но в то же время следует завершить начатые дела. Делайте все неторопливо, никуда не спеша, если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов. Берегите себя от случайных контактов и неожиданностей. Вот такой он, 22 октября 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!